Сегодня моим гидом во Флориде выступает колоритный сеньор Луис, который рассказывал нам про Россию в одном из предыдущих видео. Hola, todo bien? И сейчас мы должны что-то интересное, туристическое посмотреть, а потом, возможно, еще даже увидим пляж. Это самый безумный аттракцион, который я пока что видела в Бразилии. Люди от нехватки снега и снежных гор приходят на свои вот такие дюны и катаются с них на каких-то подстилочках, как мы с горок, такие. Но сейчас поменьше, конечно, потому что не сезон. А посмотрите, как это выглядит. Российские дети, у которых нет снега. Ты серьезно? Когда знаешь, что мне Бог таких моделей послал? Мне в них штанах еще вечером в бар идти. А есть другие развлечения в Бразилии? Возможно, вы ничего об этом не знаете, но когда-то в Бразилию была дикая волна иммиграции жителей из Азии. Там и Япония, и Китай, и Корея, и все в этом духе. И вот сейчас мне было предложено навестить одного из таких людей, который, возможно, устроит мне хрустящий АСМР-массаж всех моих позвоночников. Я уже начинаю вибрировать, мы уже почти приехали. И я уже не знаю даже, зачем я на это согласилась. А если я вам скажу, за какую сумму он будет ломать мои позвоночники, то это вообще лучше вам не знать. Тренда, зачем я поехала? А вы думаете, зачем люди катаются в Бразилии? Пляжи, угу. Так, это здесь. Nascimento. Sozinho. Что это такое? Какой аутотонейт? У меня с челюстью аутотонейт, он сказал. Это было невероятно! Вся жизнь пронеслась перед глазами. Итог, врача такой. Проблемы все от того, что я сплю с открытым ртом. И в подарок он подарил мне скотч, чтобы я была здорова. Чем еще Фалари порадует? Пойдем поищем интересного.